В Сочи не было абсолютно ничего, когда на сессии МОК в Гватемале город получил право провести игры. С того момента была проведена невероятная работа. То, что мы сделали в Альпах за 150 лет, Россия сделала за 5-6 лет. Это невероятно, что сейчас уже все готово с новой инфраструктурой. Я должен сказать, что я внимательно следил за работами на протяжении этих 6 лет как член МОК и как президент Международной Федерации Лыжного Спорта. Я более чем удивлен, что все закончено вовремя и что с точки зрения инфраструктуры это будут великие Олимпийские игры. У меня в этом нет сомнений. Great Olympic Games, there is no doubt.